Всем привет! Сегодня на повестке дня у нас игра Tropical Towers. Игра выпущена на Java, предназначена для телефонов, базирующихся на Symbian 5-го издания, таких как Nokia 5800, N97, 5530 или Samsung Omni HD. Итак, вот в вступительном ролике показывается сюжет игры. Самолет терпит бедствие, из него вылетают ящики. В этих ящиках прячутся мартышки, и мы должны этим мартышкам помогать преодолевать препятствия. Ну и собирать бананы. Сейчас я покажу, как все это выглядит. В игре 5 островов. Каждый из островов имеет 9 уровней. Ну и немного другой, разный дизайн. Ну и сейчас я какой-нибудь загружу из этих уровней. Вот нам показывают структуру уровня, который мы должны пройти. И мы нажимаем ОК. И смотрим. Суть игры в том, что нам выдаются бамбуковые палочки, которые мы можем выставлять по своему разумению. Вот сейчас я, например, уберу палочку. И мы поставим ее сюда. Вот так. Ну и после того, как мы выстроили свою конструкцию, мы должны запустить это все и посмотреть, получается у нас что-то или нет. Вот можем следить за мартышками. Вот они бегают. Да, забыл сказать, что палочки, их ресурсы не вечны, и они могут сломаться. Ну вот, вроде у нас все получилось, мартышки выиграли. Давайте посмотрим еще один уровень. Как мы видим, уровень уже сложнее. Я уже, правда, выставил всю комбинацию, поэтому просто посмотрим, как все будет происходить. А, значит, так. Надо еще выставить пару. Так, вот. Запускаем, вот мартышки пошли. Так, вот можем следить за их дальнейшими перемещениями, как они охотятся за бананами. Если подломится и мартышка умрет, то, соответственно, мы уровень запороли. Ну, в общем, все в таком духе. Пока.